Утро субботы для участников автопробега начинается рано. Старт дан в 8 утра. Путь предстоит дальний, но повод, как всегда, важный. Почтить подвиг ликвидаторов Чернобыльской АЭС. Патриоты едут целыми семьями. Для многих это повод увидеть любимую Беларусь с другой стороны, показать ее и своим детям. Колонна стартовала из Минска на 5-м километре Могилевской трассы и проследовала вдоль Мариной горки, Осиповича и Бобруйска. Как у вас настроение сегодня? Прекрасное настроение, как всегда, боевое, прекрасное. Мы, как всегда, в колонне с флагами, под классную нашу любимую музыку, любимую не отдают. Посещаем города Беларуси. Сегодня мы в Бобруйске, в этом прекрасном городе. Просто было бы нечеловечно с нашей стороны не приехать к вам в ваш красивый, уютный город, далее посетить город Хойники и посетить все-таки ту землю, которая подверглась аварии на Чернобыльской АЭС. Для гостей города Бобруйск – настоящее открытие. Те, кто здесь впервые, искренне восхищаются гостеприимством местных жителей. А экскурсия по территории крепости находит отклик в сердцах как взрослых, так и детей. Финалом становится возложение цветов к памятнику жертвам фашизма. Посещая такие места, как это, конечно, мы не имеем права забыть то, что случилось. Относительно, можно сказать, это случилось не так давно, и ни в коем случае мы не должны допустить повторения случившегося. А были когда-нибудь в Бобруйске? Нет, первый раз. И как вам в городе? Город красивый, чистый, отстроенный. Я просто удивляюсь, что благодаря нашему президенту, какая наша Беларусь вторая, чистая, красивая. И я очень часто тоже бывала везде, была в Польше, была за границей. Такой чистоты, такого порядка нигде нет. За Беларусь! Дальше в программе Светлогорск и Речица. Конечный пункт – Полесский государственный радиационный заповедник, белорусская часть зоны отчуждения. Участники отправляются в места застывших деревень, заброшенных домов и школ. Знать и чтить историю прошлых лет. Любить и заботиться о своей стране, родном городе. А главное – помнить. Беларусь неделимая. Все это так просто и так важно. Карина Гуревич, Андрей Богдан. Итоги недели.